Берем два молодых кабачка, разрезаем пополам, каждую половину разрезаем вдоль и нарезаем небольшими кусочками. И так проделаем со всеми кабачками. Пересыпаем нарезанные кабачки в миску, добавляем по своему вкусу соль, перемешать и оставить на 10 минут. А пока стоят кабачки, подготовим заправку. В чашу блендера высыпаем 50 грамм грецкого ореха и измельчаем. Измельченный орех пересыпаем в миску, выдавливаем один зубчик чеснока, добавляем измельченный укроп с петрушкой, вливаем 1 столовую ложку лимонного сока, 3 столовые ложки растительного масла и 1 столовую ложку соевого соуса. Все тщательно перемешать до однородности. На разогретую сковородку с маслом высыпаем кабачки и, постоянно помешивая, жарим на большом огне до легкой румяной корочки. Жарим примерно 5 минут, при этом кабачки должны остаться немного хрустящие. Долго не жарьте. Высыпаем кабачки в миску. Добавляем подготовленную заправку и тщательно перемешать. Готовую закуску перекладываем на блюдо и подаем к столу. Закуска получилась обалденно вкусной и легкой. Готовится очень быстро и подойдет на любой праздничный стол. Если вам понравилось видео, поддержите его лайком и подпишитесь на мой канал. С вами была Ольга Лунгу. Приятного аппетита!